Ребята, всем привет. Вот такой вот я кокос нашел в джунглях. Вот такой кокосик я нашел в джунглях. И сейчас я его попробую разделать. Это наша веранда. Лежаком при нашей фазенде. А? Я потом снимешь, когда постель будет расправлена. Какая тебе разница? Здесь туалет с душем. Постель с ванной. Шифонер с вещами, столик с грушами, зеркало со мной, вот такой вот телевизор и вот такая кухонка. Газовая плита, холодильник, мойка, дверь на улицу, так, и наша парковка. А он выезд со двора. Ребята, я вот пытаюсь скрыть, нашел в джунглях кокос, мы шли и нашли, просто валялся. И я пытаюсь его вскрыть, добраться до орешка. Использую вот такой нож. Я его вот так вот втыкаю, разделываю, потом отламываю. Верхушку я срезал, внутри вот похоже на мягкую древесину. А потом идут вот такие волокна. Вот это твердая часть, как твердая губка. А эта часть уже помягче. А за ней уже вон прячется сам кокос. Вот сейчас немножко еще поковыряю и вытащу кокосик вот этот, который внутри. Вот огромный орех, огромный кокос. А само, даже не знаю, плод кокосового ореха огромный. А сам кокосовый орех вот такого вот размера. Ты еще не достал, вы достанете. Я покажу, да. Ну вот. Это твердая штука. Уже ты говорил. Вот это помягче. Вот. Потому что мы вообще не знали. Мы привыкли, что кокосы выглядят вот так вот. Коричневые, волосатые. А кокосы вот, вот они такие. Все. И она не режется, эта мякоть, видишь, блядь. Они берут вот так вот, рубают, пум-пум-пум. Три удара у них. Они верхушку эту снимают. Они его полностью не очищают. Они потом здесь дырочку делают и вставляют. Вот, она мягкая, я нашел ее уже. Каждый кокос имеет три дырочки, которым крепится к ветке. Три дырочки. И одна из этих трех дырочек, но я потом достану и покажу. Одна из этих трех дырочек должна быть мягкая. Ее расковыриваешь потом вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вставляешь трубочку и пьешь. Или переворачиваешь и сливаешь в стакан. Все. Так что, в принципе, немножко сноровки и ничего сложного нету. Так, мы весь процесс не будем показывать? Нет, а ковырял я его вот так. Вот так вот я. Бас. Потом вот так вот вправо-влево, потом так-так-так по кругу и отламываю. А вот эта мякоть, она вообще режется, вообще не режется. Все, нажал. Так, ребята, продолжение. Пытаюсь скрыть кокос. Я что сделал? Я сперва повтыкал нож, снял верхушку кокоса, там, где он крепится к веточке. Потом я сделал ножом надрез уже вот так вот, через низ кокоса. Так, и втыкал вот так вот нож, втыкал. Так вот втыкал нож, вот так вот резал. Нож упирается в кокос со всех сторон. Вот, он немножко подался.
Теперь я пытаюсь его просто вот... Вуаля! Я его раскрываю. Вот она, волосня. Ну, эта часть осталась. Так, неудобно, не знаешь, как его взять. Вот это, она мягенькая. О, вот как надо. Раздеть его. Да. Она мягкая, но она такая упругая. Гадость. Ну, потренироваться ничего сложного нету. Смотрите, как она открывается красиво. Вот он. Вы слышите? Мы добыли. Кокосовая водичка. Вот он кокос такой. Ну и теперь осталось найти, куда воткнуть. Или вылить из чего. Так, кокос. Серия вторая. Как кокосовый орех доставать с оболочки, я показал. В предыдущий раз. Теперь дальше, что я сделал. Значит, каждый кокос имеет с вот этой стороны, где он крепится к пальме, три дырочки он имеет, три отверстия. Раз, два, три. Одно из этих трех отверстий мягкое. Его вот это мягкое оказалось. Это мягкое. Я его расковырял с помощью тоненького ножика. Потом можно вставлять сюда трубочку и пить уже кокос прямо с этого орешка. Я его взял, перевернул и положил на рюмочку. Вот. И вот с него вытекла вот с такого вот кокоса. Вытекла вот столько жидкости. Немножко мутноватая на цвет, но не белого цвета. Прозрачная, но мутноватая. Вот такой как такой орех кокосовый дал вот столько жидкости. Теперь я попробую этот кокосовый орех. Я его попробую раскрыть, чтобы добраться до кокосовой мякоти, с которой делают кокосовое молочко. Так, эта жидкость я ее сейчас попробую на вкус. Так, ребята, вскрыл я этот кокос. Буквально хватило, я не знаю, 10-15 ударов по нему, даже меньше, наверное. И, короче, 30 секунд. Вот что у меня получилось. Вот тут как раскрылся. Смотрите, какая внутри красота. Вон она, дырочка там. Видно дырочку? С которой я слил водичку. Я с этой дырочки слил водичку. Туда же вы можете ставить просто тростинку, соломинку и пить прям с кокоса, не раскрывая его. Что я сделал? Я сделал, взял вот так вот кокос, вот такой вот ножичек, и стал вот так вот стучать. Не по центру, а немножко к низу кокоса, где-то одна часть, одна третья части, где-то вот если так его разделить. Раз, два, три, то одну третью от низа я стал стучать, не по центру, а вот тут вот. Вот так вот я несколько раз ударил, появилась трещина, потом я вот так вот взял. И он раскрылся. И посмотрите, здесь какая красивая у него начинка. Беленькая, чистенькая такая. А вид выглядит очень аппетитно. Вот он кокос. Очень просто все. Если заблудитесь в джунглях, кокосовых пальм там миллион. Кокосов валяется под ними тоже куча. Если у вас будет ножичек какой-то такой вот, то вы от жажды и от голода уже не умрете.